Всем привет! Вот я купил наконец-то себе микродисплеи с нашего любимого AliExpress. Две штуки по 4000 рублей каждый. Микроскопические экраны. Точнее, если подробнее сказать, видоискатели. Ну, так сказать. Разрешение у них довольно-таки хорошее. Ну, конечно, до полной виртуальной реальности еще далеко. Чего хочу сказать. Конечно, я их подключил через AV-вход, который подключил вот по AV-входу вот через такую коробку к компьютеру. Через который идет компьютер. Через переходник HDMI на AV. Вот так это все дело, конечно, выглядит. Да, у меня здесь, конечно, бардачело, как всегда. Кстати, питается от 3,7 вольта. Оба дисплея питаются. Короче, показывают, ну просто отлично. Можно так сказать. Да, кстати, когда смотришь в оба глазка, да, вот я поподробнее сейчас покажу, как это все дело выглядит. Вот. Такие они окуляры, если правильно называть. Они защищены, здесь не прямая линза. Есть такая фигня, как вот за телефон на камере бывает. Прозрачная. Защитное стеклышко такое. Да, регулируется фокус для глаза. Ну и вот, конечно, сама плата. Название микросхемы, конечно, спилено. Не знаю, зачем это делается, но спильно. Он еще там оно выглядит. Вот он, у меня здесь YouTube открытый. Сейчас телефон на резкость не ведется. Видно все довольно хорошо. Да, когда их берешь, это самое, приходится искать угол глаза. То есть, когда в них в оба смотришь, картинка довольно-таки кажется маленькой. Но когда их, допустим, немного под каким-то углом, вот глаза у нас как смотрят, типа вот вроде как сюда наклонишь немного один, а другой вроде как наоборот сюда, и получается вроде как картинка больше и более реальней, хотя через один окуляр видно довольно-таки хорошо все это, можно сказать весь YouTube, да, ну конечно не такое все крупное, и кстати, да, вот именно погружения здесь нету, сразу говорю. То есть, это как, типа как Google Glass, мне так кажется. Вот, в Google Glass, конечно, не смотрел, но вот что-то типа того. Да, я, конечно, их параллельно подсоединил к этому входу, чтобы на оба глаза это было. Ну, в общем, вот, как-то так оно все дело работает. Конечно, попробую в очки все это дело собрать. Для полного счастья. Так, я покажу, как вот два выглядят. Все говорят, ну нельзя показать там это самое. Вот про VR шлем обычно смотришь. Нельзя показать, типа, да, с помощью телефона, камеры, да, как человек будет все видеть. Можно показать. Вот все прекрасно видно. Какая там картинка внутри него. Ну, точнее, на этом дисплее. Где? Все можно показать. Вот два даже одновременно. Я решил, конечно, собрать себе очки попробовать виртуальной реальности. Ну, так как это самое здесь, блин. Ну, вы знаете, там вирусы всякие, апокалипсис скоро. Ну, короче, и полная задница. Ну, в двух словах, это сам. Проекторы и мониторы, конечно, до хрена потребляют, а здесь всего лишь 3 вольта, блин, да даже от двух заводится, кстати. Ну, правда, тускло.
Ну, подсветка хуже работает. Да, кстати, вот этот контакт, я так понял, это в нем есть еще меню, оказывается. Я уж лезть не стал, меня и так, в принципе, все устраивает. Знаешь, то, что это там, если, допустим, я контрастность или резкость буду наводить, это самое, погружение от этого, конечно, не прибавится. И действительно там дисплей больше не станет. Поэтому я оставил все как есть, это самое. Картинка довольно сочная, блин, как на мониторе, честно скажу. Ой, разрешение. Разрешение, по-моему, 900 с чем-то это у них. Что-то такое. 900 с чем-то. Короче, хрен себе, вот честно говорю, не помню. Просто, если кто захочет, допустим, купить, самое, на Алиэкспресс просто вбивайте самое, не знаю, микродисплей. И сразу, кстати, найдет этого продавца, это самое. Да. Отправил все, ну, конечно, быстро. Быстро пришло, естественно. Так что советую эксперимент. Да, кстати, если подключить к ТВ приставке, ну, скажем так, блин, вот к такой. Мне кажется, вообще просто обалденно будет. Я, конечно, еще не пробовал. Сейчас у меня компьютер подключен. Я сейчас через эти окуляры сижу ВКонтакте, слушаю музыку. Да, я сейчас выключил усилитель, чтобы меня слышно было. Ну вот как-то так. Вот еще раз. Вот. Мышка долго не шевелил. Это, кстати, отображается меню вот этой коробочки. Вот этой. Отображается меню. Сейчас я... Конвертер этого. Сейчас я мышкой пошевелю. Мышкой шевелишь, и картинка возобновляется. Да, кстати, да, сейчас покажу фокусировку, как она работает. Вот так, фокусировка работает, размыта. И на редкость наводишь. Вот так как-то. Да. Сами, конечно, они яркие. Поярче, вот никаких просто претензий нет. Ну, короче, всем пока. Занимайтесь. Делать нечего уже, получается. Больше делать ничего не остается. Ну, короче, до свидос.